сегодня 23 июня. Ну, я рассказывал вам что тут про дядю Володю, как вчера у него ухудшение здоровья было. Посетители молились. Мы с Пашей поговорили, чтобы он у бабы попросил прощения за то, что он ультиматум ей уже заявляет там. Ну, как будто бы наладились отношения. Жалобы все время. Вот Андрей. Все время. Сплошняком идет. Выход только один. Позвонить матери, и завтра я его отправлю домой. Он разлагает все. Но я еще делаю последнюю попытку. Посадить на веревочку. Веревочка, это означает, веревочка ему на рука, на руку, и к воспитателю. Ни на шаг, никуда, потому что он... Что попало делает? За столом сели, он, значит, нарушает порядок за столом. Вот они два брата нарушали вчера, сегодня стоят. Я говорю, это уже более строгий. Первый лишается первого, но так как это повторно, лишайтесь первого и второго. Но вам дается компот и кусочек хлеба, чтобы вошли в нормальное состояние, не козлы по горам. Еще ответил. Я сказал, если вы сказали без завтрака я останусь, значит без завтрака. И добровольно это принял? Да. Все. Так, ты хочешь компоту? Не хочешь? Нормально. Все. Значит так, избирай. Или ты будешь полным послушанием, или отправлю домой. У меня выхода-то никакого нету. Потому что ты вышел на тропу войны. Просто воюешь против устава, кого-то толкнул, бил, ударил там. Ты объявил войну в лагере, мы объявляем во всеуслышание, вызов принятый, и меры будут приняты, как говорят, адекватные. Жалобы шли на этого Илюшу. Вчера был он там, кого-то ударил где-то. Задание немедленно его обезвредить. Как только появится, в лагерь его сюда, со всех ног бежать за ним, хватать и тащить. Это мы сделаем в течение одного часа, под полный орех разделаемся. Он предупрежден. Родные предупрежденные. Ну, он пацан неуправляемый такой, мы управим его. Он туда дорогу забудет или будет с нами за столом сидеть. Что он желал, мы ему все сделали. И палочки я ему вытесал, накормили, напоили. Он продолжает хулиганить. Девочку подошел, ударил. У меня девочки не для того, чтобы их били. Какой-то железка размахивал прямо у лица девочек. Да. Жалобы. Железку? Со всех сторон идут. Я не могу не реагировать. На все эти винальные юстиции своя юстиция есть. Юстиция это перед Богом. Эти развратители нас не касаются. Ты должна посмотреть, вылезал или нет. Я думаю, сегодня сделать им экскурсию на голубятню. Ну там потребуется двое взрослых помочь подняться. Может, не все будут. Помощь.